Великобритания будет строить отношения с ЕС по примеру Украины. Британские политики всерьез рассматривают возможность подписания с Евросоюзом аналог соглашения об ассоциации между Брюсселем и Киевом. Тем временем переговоры по Брекситу вновь зашли в тупик. Больше расскажет Алексей Пшемыский. В британском парламенте детально изучают текст соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Здесь не исключают, что нынешний формат отношений Киева с Брюсселем может стать альтернативой полному разводу с ЕС. Ранее в Лондоне говорили и о возможности использования так называемой норвежской модели, когда после разрыва Британия продолжит выполнять все законы и нормы Евросоюза. Однако пока что главный переговорщик от ЕС по Брекситу Мишель Барнье заявил о том, что диалог с ЕС зашел в тупик. Стороны до сих пор не могут согласовать окончательные условия выхода Великобритании из Евросоюза. В частности, это стоимость бракоразводного процесса, будущий формат торговых отношений и проблема границы с Ирландией. Ранее предполагалось, что переговоры завершат до октября, однако теперь говорят о возможном переносе сроков на январь следующего года. Эти новости уже пошатнули британский фунт, который за последние дни упал в цене относительно евро. Тем временем в Великобритании растет число противников Брекзита. В частности, согласно последним опросам, почти половина жителей Шотландии выступают за проведение нового референдума. А местные политики уже грозят Лондону массовыми акциями протеста. Напомню, выход Британии из Евросоюза должен состояться 29 марта следующего года. До этого стороны должны утвердить окончательные условия развода. И главное, какими будут отношения Великобритании и ЕС на время переходного периода до конца 2020 года. Если этого не сделают, разрыв может сулить серьезные финансовые проблемы как Лондону, так и Брюсселю. Алексей Пшемыский, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала «Интер».